Всем привет, дорогие друзья, с вами Яблочный Эксперт, и сегодня я вам расскажу об iOS 13.1. Вышла релизная версия неожиданно, она вышла уже давно, еще сегодня днем, я как-то не обратил внимания, посмотрел видеоролик иностранного блогера, который это все показал. Но я думал, он просто рассказал как бы о каких-то новшествах, но, к сожалению, это можно было записать раньше, и вы уже бы давно это все дело посмотрели. Нововведений как таковых нет. То есть то, что коснулось iOS 13 и релизной версии, они исправили здесь. То есть по батарейке, по всем этим фишкам, шарингам, по фотографиям, по скрытиям фото и тому подобное. Все эти баги, которые там встречались, сейчас их здесь нет. Как она работает? То есть это все, это релиз 13.1, он произошел на 6 дней раньше, 24 числа получился, сейчас уже 25. И как бы весело до 3, по-моему, гигабайт, если не ошибаюсь, 2.85 у меня на iPhone SE. И сейчас она вот есть. То есть как бы какие-то тут нововведения нету, что-то перерисовали, добавили, нету. Haptic Touch все работает так же, темная тема все работает отлично. Никаких нареканий здесь нет. Что еще можно добавить? Обновляться, конечно же, скажу обновляться, если вы уже на iOS 13 и в принципе вообще обновляетесь, кому нравится. То есть, как тут музыка работает? Должно быть все нормально, как бы, ну, я в плане чего говорю, потому что здесь нету караоке. Почему у меня нету караоке, или может у вас есть, не знаю, я вроде синхронизировал через iTunes, но каких-то таких нововведений не заметил. Почему так? Может, это работает только тогда, когда ты купил музыку, есть, а когда ты ее загружаешь, то ее нет. Может, из-за этого. Ну а так, как видите сами, то есть никаких я здесь нареканий не вижу. Вот сами заметите, когда я записывал на бета-версии, все вылетало. То есть особенно музыка, когда я включал на виджет с музыкой, то есть она как-то там перепрыгивала. Все остальное, смотрите, работает шустро, быстро. То есть я вообще не вижу тут никаких нареканий. Все классно, комфортно пользуется, батарейка тоже вроде бы нормально держится. То есть я замечаний каких-то пока еще не заметил. Может, в процессе что-то появится, но как таковых нововведений нет, так и знайте. То есть советую обновляться однозначно. Обновляйтесь, пользуйтесь, все классно. Как по мне, работает все отлично. Подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, подписывайтесь на мои соцсети. Не забывайте делать резервную копию, чтобы потом вам легче было восстановить данные. Всем пока.